Студенты агротехнического колледжа в Есильском районе Акмолинской области учатся сразу на производстве. В подготовке специалистов участвуют их будущие работодатели. Опыт доказывает, от такого сотрудничества выигрывают все. В целом же в регионе 43 заведения ТИПО работают больше, чем с 200 предприятиями. В агротехнический колледж Максим Жанибеков и Яков Федин приехали из разных сел, но профессию выбрали общую. Они уверены, сварщик на селе и в городе на расхват. Работа всегда найдется, а значит, будущее обеспечено. Поступил сюда, чтобы получить образование, стать хорошим сварщиком, так как мало в селе сварщиков. Решил востребованность, хорошая профессия. Сварщик более такой востребованный работа, то что будет место, найдешь работу. В том же селе. Пойти в город, везде. Мне понравилась профессия сварочного дела, потому что мой отец раньше был сварщиком, работал. И вот я решил пойти по стопам отца. Всего в колледже обучается 285 человек. Они получают знания по 4 специальностям. Дуальное обучение обещает им не только хорошую учебную подготовку, но и практические навыки на производстве. Именно об этом сказано и в послании президента страны. Очень большое внимание в данном послании уделяется молодежи Казахстана, потому что именно молодежь является для нас прорывом, является тем связующим звеном, которое связывает нас как раз с нашим с будущим. Скоро мы перейдем на дуальную систему обучения. Сейчас очень хорошо идет выделение бюджетных средств на развитие материальной базы колледжа. Обновлена база для работы по профессии сварочное производство. 2 года назад мы полностью обновили базу для обучения по профессии фермерское хозяйство. Администрация колледжа наладила связь с социальными партнерами. Студенты проходят производственную практику на базе будущих работодателей, а те, в свою очередь, приглашаются на квалификационный экзамен. Такое сотрудничество с почти 300 предприятий налажено и в других профтехучреждениях области. В этом направлении в области 43 учебных заведения ТИПО проводят обучение по 72 профессиям и специальностям и 117 квалификациям. Европейский опыт доказывает, что именно качество подготовки специалистов ТИПО сегодня напрямую связано с необходимостью участия работодателей. И в этом направлении сегодня заключены 251 предприятие, с ним являются социальными партнерами, заключено 951 трехсторонних договоров и подписано 75 меморандумов. Педагоги и студенты уверены, именно техническое профобразование является той ступенью, которая поможет молодежи стать конкурентоспособной на современном рынке труда. Сауле Кусаинова, Евгений Шинкаренко, Азат Аитов, Акмолинская область.